Писати своє ім'я в історії найгучнішого шоу світу поспішає і 15-річний Костя. І екс-сценою школяр з маленького містечка марив відтоді, як вперше побачив її. Ну, правда, на той момент мені було років 12. От. І тому я тренувався. А в рідному южноукраїнську навчають співу лише в одній музичній школі. Костя, не вагаючись, записався туди. 3 роки плідного навчання, і от він на X-факторі, готовий зробити все, аби не осоромитися. Мені хочеться внести щось своє на X-фактор. Там, може, якусь черту передам. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, респект за одяг. З Бетелеком ще ніхто не виходив. У тебе зараз буде арія? Ріголетто? Ні. А що? Грізлі – це музика. Це крута пісня. Це цікава річ. Це дуже крута. Окей, давай гризи. Костя, такой элегантный у нас, такой джентльмен. Ну, понятно, R&B-шная тема такая. Как всегда начнется в 7:00, yeah. Без сахара двойной порталы новостей. Скучаю пробки я, но тут она, как яркая луна в темноте. Душа срывается с цепи. Тебя из виду я, моя мелодия. Милану нравится? Я думаю, да. Да, ему нравится. Мама на тон, на жизнь плывет, yeah. Но что за поворот так манит меня? Душа срывается с цепи. Костяй. Да. Смак в тебе є і в одязі, і в виборі репертуару, але от я боюсь, що з вокалом у тебе будуть проблеми. Панайотов, диви, Панайотов, Чумаков і все, і капець. Ні. Ні. А, Дорн, стоп, ти ж Дорна ще можеш співати. Это просто шикардос какой-то. Я хочу вашего преподавателя... Себе. Преподавать к себе. А можно я себе на сцену? А кто в тебе выкладывает? Чтобы она вышла на сцену. Да, может она выйти. Давайте, давайте. Боже, ну что это шум? А ничего не надо говорить, просто выйти, да. Добрый день всем!
Вы нам дарите спасибо. Золотых просто вокалистов. Спасибо вам большое. Очевидно, в нашем городе присутствует какая-то часть, немножко малая совершенно радиация, которая, наверное, способствует развитию наших талантов. Но вот, те радиации, вот... которые у вас душевные, которые в хорошем смысле, это прекрасно. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. Я не могу сказать ничего другого, кроме «да». Да. Спасибо. Я говорю «да». Спасибо вам большое. Костя, ты бы 4 так, мы еще побачимся. Спасибо большое. Спасибо. Я так долго вырабатывал в себе эту мелизматику, так у меня это вот на этом уровне, на котором у него она сейчас есть, у меня так и не получилось. Співочий колапс, що наступив після виступу Руслана, залишає у заціпанінні усю четвірку. Навіть красномовного Сергія Сусідова. Sapessi come viera. Sapessi come viera. Дуже погано. У вас петь не получается. Увы. Может, я попробую вторую песню? Ой, боже упаси, боже упаси. На свою беду. А в тигроси радие все. Вы из того же магазина холостых пуль, что и придут тущие участники. Боже, тебя трусит всего. Поет ужасно. Хоть оптом все выкидывай. Давайте мы скажем ей и четырем следующим сразу же. У меня нет слов. Хуже быть не может. Можно нам будет показывать это по телевизору? Извините. Одесса доводит наших судей до сказу. Стоп! Уходите, уходите, уходите. 4 нету. Поэтому голову не подними. Все, пришла в себя. О, да, слава да. тебе. В Одессе мы нашли Аиду Николаевичу. Что трапилось? Я хотела спеть так, чтобы не было стыдно за себя. Я спела так, что мне за себя стыдно. А я упала здесь. Вообще, отличилась. Підписуйтесь на наш канал в YouTube X-Factor Україна, і ви не пропустите найцікавіші моменти найкращого телевізійного українського шоу.